Добрый день, дорогие друзья! Мы опять в магазине в Шуленбурге. Посмотрим, какая красота еще не продана. Там все распродается. Такая посуда нежная, неброский рисунок, костяной фарфор. Очень милая. Видите, Бона Чайна на 6 персон. Дальше мы идем. Цветы типа лаванды. Но для декорации очень красивая расцветка. Мне кажется, что зеленая, что вот это. И главное, тут все под лавандовый цвет. И сумочки, и под шубка такая искусственная или как крашеная, да? Ну, надо же так вот подобрать. И подсвечники. Вот посмотрите, ну какие милые, да? Вот весной вот декорировать. Красота. Это все продается. Но придет другая красота, будем надеяться. Идем дальше. Шики блеск. Это стекло или под хрусталь. Я даже не знаю, такая она вся красивая, эта декорация. Она так сверкает. Ну, это я потрогала, они тяжелые, это как стекло. И сейчас же все медиа. Часы какие из трех слоев как-то сделаны, да? Лилия там, цветок такой. И вот эти на как подсвечники, на ножке. Ну, красота. Может, чересчур много красоты? Напишите. Вот, вот эти красивые тоже такие лилии. Сколько же они стоят? 5, по-моему. Или 7. Вот. А еще мне понравилось рядышком вот это. Ну, я ее взяла в руки, но она такая тяжелая. И тут такой круглый шар серый. И, ну, в общем, прям... Смотрите, даже как она даже немножко перламутром отдает так. Такой синий блеск. В тот раз, когда я снимала, этого не было. Не знаю, откуда она появилась. И эти картины внизу тоже с таким же, с такой же отделкой блеск. Так вот, видите, вот эти подсвечники. Немножко как лунный камень. Интересно. Вот это современное. Это все современные украшения. Не украшения, а декорации. Но скажу вам, мне тут многое понравилось. А эта картина... Розово-фиолетовые сны. Это я так назвала. Ну, давайте дальше смотреть. Вот эти подсвечники, которые я показала, тяжелые. На зеркало поставили, они отражаются и красиво смотрятся. А эти под золото, посмотрите, вот цветы. Но я возле них стояла, их разглядывала. Я не люблю, не очень люблю, чтобы это, вот эти ножки были под золото, но... Посмотреть не возбраняется. Вообще интересно. Ну, ничего не было. Откуда это привезли? Откуда это появилось в магазине? Может, я так невнимательно раньше смотрел? Не знаю. Я бы вам уже это показала, если бы я это увидела. Вот эти, как вот стекло, или как раухтопас, да? Очень красиво. Это все тяжелое, это все стекло. Очень красивое стекло. И везде цветочки на столе. Вот эти розовое стекло, такие как тоже подсвечники, но какие как цветок сделаны. Те вазы там вдали тоже, они из белого стекла, прозрачного стекла. Ну, в общем, я налюбовалась. И даже на эти коричневые бутылки. А бледно-розовое стекло я очень люблю. Это, наверное, подсвечники. Я думаю, одну свечку поставить. А эти, ну, вот эти большие бутыли или как, ну, вазы, тоже можно хорошо продекорировать. Эти свечи, цветы, птички. Ну, красота. А такие баночки... Если хорошо подумать, можно из чего-нибудь и самим сделать. Украшение вокруг, я имела в виду, повязать ленточку или цветочек, или бусинку, и будет красиво. Вот эти маленькие подсвечники и снова цветы. В общем, домики зеленые, ну не знаю, это просто под цвет, я люблю белые домики. На этом все. Пока-пока, мои хорошие. До следующих встреч.